Еще раз здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Доброе утро» и я ее ведущая Мария Репало. Валентина Зайцева, коренная жительница станицы Зеленчукской, посвятила книгу к 165-летнему юбилею поселения. А что ее сподвигло, узнаем прямо сейчас. Валентина, здравствуйте! Доброе утро! Спасибо, что сегодня пришли к нам. Доброе утро! Я рада к вам прийти. Мы вас позвали, чтобы вы нам рассказали про свою книгу, но мы немножко отодвинем и сначала поговорим о вас. Расскажите, пожалуйста, вообще, когда начали писать, когда начали заниматься издательской деятельностью, почему именно такой вид деятельности? Все началось с того, что меня пригласили работать в газету районного масштаба «Бизнес-почта». Я отправила однажды туда статью, и она понравилась, ею заинтересовались, поэтому меня пригласили туда работать, естественно, согласилась. Я работала в то время в школе в Зеленчукской, средней, первой. Вы еще и педагог. Да, я окончила педагогический институт иностранных языков в городе Пятигорске по специальности немецкий и английский языки. И поэтому преподавала ученикам. И когда меня пригласили писать статьи, я была, конечно, очень рада. Я освещала жизнь станицы Зеленчукской. Потом стали обращаться люди, узнав, что это я. Я не подписывала свою фамилию, я была там сопкором. Или спецкором. И поэтому стала описывать конкретные жизненные ситуации. На них реагировали, их, в общем-то, пытались решить, помочь людям, или наоборот, порицание какое-то высказать, что вы не правы и так далее. То есть всякие материалы были. Почти всю газету, в общем-то, заполняли мои статьи. Ничего себе! Да, Балуров Заур Мухтарович был тогда учредителем этой газеты. Он выдал мне шикарный фотоаппарат, поэтому я сама снимала, сама писала, сама редактировала и отправляла в набор. Тогда в наборе, значит, версталась газета, отпечатывалась, интернет-версии тогда еще не было, поэтому только бумажный носитель. С того и получилось. Конечно, узнали ученики, что это я пишу. Начали спрашивать о каких-то подробностях жизни станицы Зеленчукской, задавали какие-то интересные вопросы, на которые я сразу и ответить-то не могла. Мне приходилось рыться в каких-то исторических документах, даже я ходила в архив наш Зеленчукский, обращалась в Краснодарский архив, потому что, в общем-то, станица Зеленчукская неоднократно меняла свое административное адресное нахождение территориальное. Значит, поэтому потихонечку собралось достаточно много материала. Он печатался. Конечно, я уже тогда освоила печатание в компьютере, работа в Word. И у меня эти все статьи сохранялись. Затем пошла перегрузка, где-то через год уже я просто решила, что достаточно в этой газете работать и сосредоточиться только на педагогической деятельности, тем более там требования все повышались и повышались, нужно было обязательно защищать категорию, у меня была высшая квалификационная категория педагога, поэтому, в общем, нужно было высвободить для этого время. И я из газеты ушла, но мысль о том, что собран достаточно серьезный материал, интересный, фактический, то есть все, что в газете писалось, это достоверные факты. И беседы, диалоги, возможно, с жителями станицы Зеленчукской. И у меня пришла мысль, что это было в 2007 году, а что в 2009 году будет 150 лет станицы Зеленчукской, я решила оформить этот материал и добавить его некоторыми фактами, в книгу.
странички, когда начала оформлять с первых поселенцев, с первой хаты. Ух ты, то есть первые у вас в книге собраны сведения о первых... Да, с первой хаты, с первых поселенцев. Значит, стала искать людей. Кто же помнит, кто является наследником, так сказать, вот первопоселенцев, откуда приехали, каким образом. Ну и вот таким образом начал собираться материал. Затем я озвучила эту свою затею главе администрации сельского поселения станицы Зеленчукской. И последовало предложение, да, заказ будет, если это будет готово к 150-му юбилейному году станицы Зеленчукской. Ну и вот тут тогда уже активно я начала работать. Получилось, что два раздела стали интересными, потому что судьба станичников и таких станичников у меня, в общем, появилось в числе моих знакомых и приятелей достаточно много, которые готовы были мне рассказать о своих предках. Даже сохранились фотографии. Я перефотографировала эти фотографии. Ну и вот таким образом сама уже верстала книгу, сама уже корректировала. Ну, в общем, вот так получилось какое-то издание. Я 25 мая, как сегодня помню, последний день, последний звонок в школе, я отправилась к Павлу Дмитриевичу Величко, значит, мэру станицы Зеленчукской тогда, и сдала как бы материал в сыром виде, чтобы он просмотрел. Ну, вот так было все одобрено. Тогда, значит, где-то в июне обратились в типографию. Договор заключал на издание книги уже, конечно, Павел Дмитриевич, ну, вернее, администрация Зеленчукского поселения. И поэтому вышла книга в печать в типографии города Невинномысска. Ну, затем... Администрация же за своим заказом поехала. Ну, было много нюансов, потому что полностью администрация оплатить этот заказ не могли. Ну, и я отправилась к тем людям, к тем предприятиям, к руководителям, ну, в общем, деятельность которых освещалась на страницах, с просьбой до, так сказать, финансировать возможность выхода этой книги. И, вы знаете, получила отклик, например, от Гичкина Владимира Ивановича. Это был племрепродуктор Зеленчукский. Он тогда процветал очень здорово. Там был просто коллектив чудесный. Но очень жаль, что, в общем, ошибка появилась. То ли я не смогла именно это предприятие довести до типографии, либо типография уронила, упустила этот отдел. И вот он перечислил деньги, все, а книгу, когда получили, мне некогда было ездить, корректировать. Невинномыск я только один или два раза была там с целью корректировки. Ну вот случилась такая ошибка, что выпал этот раздел полностью. Но это и сподвигло меня исправить ошибку в течение 15 лет я ее исправляла. Конечно, я очень извинялась, что так получилось, но эти материалы-то у меня остались. И я в станице Зеленчукской 165 лет уже вставила в этот исторический раздел на страничке. Позвонила я уже Владимиру Ивановичу, сказала, вас ждет, наконец, книга с освещением работы в то время вашего коллектива под вашим руководством. Ну, вот так, может быть, даже как-то неожиданно продолжилось. Ну, вы знаете, когда вот начинаешь писать, описывать какие-то факты, люди встречаются, спрашивают, а вот мои предки тоже были с самого начала, а вы не указали,
а вы не знали. А я в то время обращалась с 2007 по 2009, пока я работала над книгой, обращалась и по радио, и каким только образом не обращалась, и в газете. Дайте, пожалуйста, сведения. Но, видимо, никто не верил, что это случится. Ну, вот это потом, случилось. Когда вышла книга уже? Да, когда вышла книга, значит, ну, ее довольно быстро раскупили. Поэтому, ну, что можно сказать, значит, она людям нужна и полезна. Конечно. Поэтому вот это... я вот продолжала эту работу в течение 15 лет. Добавила и о судьбах станичников. Ведь не только с первого дня поселения на этой территории жили люди, но они приезжали и в другие годы, и в 2000-е, и, там, и в 70-е прошлого века, и в 2000-е, и, конечно, все эти 24 года. Я не могу сказать, что я достаточно подробно это описала. Ну, какие-то вехи, конечно, запечатлены, и, значит, фактами, фотографиями и диалогами с этими людьми они доказаны. Да, ну, о развитии внешности станицы, которая меняется, конечно, в лучшую сторону. С каждым годом она цветет, она расцветает. И вот эти новые дома какие-то, новые... учреждения, которые открывались, например, МФЦ никогда не было, например, ни Озона, ни Вайлдберриса тоже не было. Ну вот эти моменты я тоже учла и поместила далее. То есть даже самые современные технологии, которые, условно говоря, появились год-два назад, вы тоже включили в книгу? Да, попробовала. Это очень замечательно, что вы даже на такие тонкости обратили внимание. Ну, потому что... Для нас сейчас это ново, а вашу книгу прочитают через 50 лет, и очень, мне кажется, им будет интересно. Супер, какие у вас прогнозы шикарные. Буду надеяться. Мне кажется, что людям интересно знать о местоположении, о территории, на которой они живут, об истории, а что же было раньше. Конечно. И поэтому... Книга, в общем-то, востребована, и вот та информация из прошлого века, так сказать, она ведь не устаревает, а это факты. Газета, бумага, носитель, конечно, уже имеет... Немножко другой вид имеет, со временем, имеет, конечно. Да, вид, который хотелось бы иметь получше. Но я, вы знаете, только для себя их сохранила. Может быть, в библиотеке они и есть где-то в сохранном виде, но я этого не знаю. Далее я об этом не говорила. А знаете, я, например, смотрю на старые газеты, и они мне, например, нравятся больше, чем новые, потому что они своим видом передают вот эпоху того времени, они своим даже запахом, своим качеством бумаги, их очень приятно. То есть ты не только читаешь, но ты еще вот тактильно погружаешься в то время. Да, вот в то время как раз началась эпоха рекламы, ведь раньше не было. Я это сумела как-то все оформить, потому что в советские годы я работала в районном комитете Коммунистической партии Советского Союза в отделе агитации и пропаганды и вела, в общем-то, информацию о социалистическом соревновании. Победители побеждали, награждали, выписывали грамоты, вручали. Вот это была моя работа. Поэтому она мне очень помогла. А районный комитет партии заботился об образованности, о продвижении своих кадров. И нас обучали в высшей школе. Ну, коммунистической партии. Эта инстанция была в городе Ставрополе. Поэтому еще оттуда у меня появились вот эти знания. Ну, в общем, все сложилось, и я очень рада. И спасибо вам за то, что вы меня пригласили. Вам спасибо, что вы смогли к нам приехать. Ну и в завершении очень хочется спросить. Мы уже услышали о ваших творениях, о вашем труде, который собирался очень многие годы. Это очень здорово. Я думаю, что эта книга будет процветать и 50, и 100, и 150 лет, потому что люди всегда будут интересоваться своим прошлым. А своим прошлым не только всей России, да, а вот именно своей стране.
границы, своего места, своей малой родины. И мне хочется спросить вас, вы коренной житель станицы Зеленчукской? Да, конечно, я уроженка станицы Зеленчукской. И, как говорит моя мама, благородных казачьих кровей. Вот так вот. Шучу, конечно. А что для вас значит ваша станица? Вот кто-то характеризует малая родина, кто-то, да, там, жизнь. А вот как вы охарактеризуете свою станицу? Что она для вас значит? А все она для меня значит. И хочу сказать, что меня после выхода этой книги «150 лет станицы Зеленчукской» обо мне писали газеты какие-то, и называли меня патриоткой станицы Зеленчукской. Я согласна с этой характеристикой, потому что очень много значит. И у меня по жизни был такой стержень. Работать можно, нужно там, где нужен, где пригодился. Как говорят, где родился, там пригодился. Это был стержень моей биографии. Зато я отдыхать могла, выбирать где угодно. Так вот, я и всю жизнь свою провела именно так. Спасибо вам большое. Я думаю, что наше подрастающее поколение, когда посмотрит нашу программу, обязательно замотивируется вашими словами. Мы видим плод вашего творения, и это прекрасно. Спасибо вам большое, что вы оставляете нам, подрастающему молодому поколению, вот такие книги, через которые мы можем окунуться в прошлое. Я желаю вам творческих успехов. Я хочу, чтобы через 10-15 лет я увидела новую вашу книгу. И мы обязательно Я продолжаю собирать материалы жизни станицы Зеленчукской. И если будет заказ на юбилей 170 лет станицы Зеленчукской, я предложу обязательно продолжение этой книги. Мы вас будем ждать. Спасибо вам большое. Ну, значит, до скорых встреч. Очень желательно. Спасибо большое. До свидания.